Красивая, безумно, я с макияжем сегодня, но без фильтров, как обычно. Какой твой любимый цвет? Наверное, черный. Покраситься немного темнее не хочу, хочется быть вот такой вот, естественный. С кем из холостяка общаешься, кроме Даши с Катей? Ну, с Машей Лобановой в хороших отношениях, с Машей Вейбер в хороших отношениях, но мы не общаемся постоянно. Снимай больше видео с Мишей, пожалуйста. Пока не хочу. Не хочу, чтобы завистливые глаза смотрели. На каком этаже живешь? Не скажу. На высоком. Планируете детей с Мишей? Обсуждаем этот момент. Адель, здравствуйте. Откуда платье? Я не помню бренд магазина. Вот. Но если найду их, обязательно вам скажу. Что с голосом? У меня такой голос сам по себе. Привет, я из Омска. Охраняем тут Мишину крипту. Молодцы, красавчики. Литвин красава, согласна. Безумно красивая, восхищаю. Спасибо. Мамуль, привет. Нет, я не бросила электронки. Среднее специальное у меня образование, юрист, правоохранительная деятельность, специалитет. Как стать успешным человеком в плане финансов? Ну, нужно идти к своей цели, наверное, не лениться. Сережки нет, я знаю. Привет, бурятам! Кто такая Адель? Я думаю, у тебя горло болит. Нет, у меня не болит горло, у меня есть моя хрипотца такая. И писклявость. Как думаешь, пойти до 11 класса или нет? Я вам в этом не советчик, вы сами должны понять, что вы хотите. Как стало популярным в Инстаграм? После шоу. Как начать ходить? Смотрю на тебя, такая классная. Ребят, если честно, сейчас вообще ужас происходит. У меня тренер уехал. Именно в спортзале, с которым я занимаюсь. Я не занимаюсь пока что, у меня плюс съемки, и мы никак не можем скооперироваться, точнее, я вечно занята. А ем я вообще ужасно сейчас, третий день, просто ужаснейше. Я уставшая, да, я не выспалась сегодня. Спасибо вам за прямоту и ваш прекрасный характер. Спасибо. До шоу ты не была блогером? Я скоро расскажу об этом. Завтра вы можете посмотреть и услышать все. Привет, Артур. Ты молодечек, не слушай никого. Встречалась бы с мужчиной, который зарабатывает 30 тысяч? Наверное, нет. Очень плохо ем сейчас, очень плохо, прям ужасно. Если бы вы знали, что я сегодня съела за целый день, я съела очень вредный фастфуд, и только один раз я покушала. Вот так вот. Турсики покажи. Что тебе важно в отношениях? Искренность, время провождения, любовь. Бег. Бег или плавание? Бег. Плохо это как? Типа вообще не ешь или ешь вредную еду? Вот последние 3 дня я ем мало и вредное. Ты понимаешь, как можешь это сказать? Да, eins, zwei, drei, vier, vier, ich liebe dich. Все, все, что я знаю. Ты уверена в себе? Да, конечно. Зависишь от чужого мнения, что думают о тебе окружающие? Нет.
сколько у тебя было отношений. Это я тоже расскажу завтра вам на YouTube. Ну, вот этот образ я сама создала себе. Иногда стилист. Роста 73. Кто-то по гороскопу и Миша. Я телец, он стрелец. Ребятки, все, мне... Кто гавкает? Это моя собака. И говорила, что я захожу на 5 минуток, и, к сожалению, побежала дальше делать делишки. Ой, хотелось бы поваляться, но нет времени. Давайте, вам хорошего дня. Я вас люблю, целую. Завтра уже выйдет видео. Буду ждать обратной связи, вашей поддержки. Целую, обнимаю. Пока!